подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я продолжаю разбирать для вас мелодию, которая называется «Пираты Карибского моря». Это 6-е видео, и сейчас я хочу напомнить вам, где я остановился в предыдущем 5-м видео, до какого места я разобрал. Итак, давайте я вам сыграю полностью. Еще разок, но сыграю медленно и остановлюсь на том месте, на котором я остановился в прошлом видео. Дальше. Мы начинаем с третьей струны на втором ладу, потом вторая открытая, потом аккорд АМ, вторая на первом, четвертая, третья на втором, и на этом аккорде мы сыграем 4 струны одновременно. Пятая, четвертая, третья, вторая. Потом мизинцем вторая на третьем, потом первая открытая. И далее идет аккорд G6. Мы зажимаем 6-ю на 3-м и 2-ю на 3-м. И в правой руке играем 6-я, 4-я, 3-я, 2-я одновременно. И еще раз повторяем то же самое. Два раза одно и то же. Идем дальше. 2-я на 1-м, 2-я на 3-м, аккорд АМ. На аккорде АМ сыграем одновременно 5-ю, 3-ю, 2-ю, 1-ю. Далее мизинцем 2-я на 3-ю, 2-я на 1-ю. Потом аккорд ЕМ, 5-я, 4-я на 2-ю. И на этом аккорде мы сыграем 6-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю одновременно. Далее 3-я на 2-ю. На Эме мы играем 5-ю, 4-ю, 3-ю одновременно. Потом 2-я открытая. И опять аккорд АМ. На Эме играем 5-ю, 4-ю, 3-ю одновременно. Итак, еще разок. Эту часть сыграю полностью. После вот этого места ЕМ, АМ, потом вторая открытая, потом опять ЕМ, 6-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю одновременно, и опять АМ, 5-ю, 4-ю, 3-ю. Еще разок проиграю медленно всю эту часть.